Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Щорічно 14 червня в усьому світі відзначається День донора крові. Ця подія спрямована на вираження вдячності добровільним неоплачуваним донорам за їх посильний внесок, що зазвичай рятує життя іншим людям. Наскільки донорський рух поширений сьогодні в Україні? Хто має або може стати донором і що для цього потрібно. Саме про це сьогодні ми поговоримо з гостем студії. До нас завітав Микола Гринюк, завідувач відділу Миколаївської обласної станції переливання крові. Микола Львович, доброго дня. І дякую, що ви погодились на цю зустріч. Ви знаєте, насправді питання доволі складне і доволі поширене, тому що немає людини або живої істоти, в якої не було б крові. Але ось ця благородна акція або рух, який саме поширений у людстві, коли одна людина дарує у цей життєстверджуючий момент іншій людині, це треба, звісно, підтримувати, що, в принципі, відбувається. Але щороку тема кампанії Дня донорства прив'язана до певної теми. Цього року це «Спасіба за спасіння моєї житті». Чому саме такий підхід до ситуації цього року? Тому що в останнє час в Україні у нас проводиться антитерористична операція, і тому в цей момент у нас з'явилася необхідність увеличення кількості донорів, потреблення компонентов крови. И я скажу другое. Этот день начал отмечаться с 2004 года. В 2005 проведена была 4 крупные организации. Вот провели симпозиум, и на этом симпозиуме приняли решение о том, что ежегодно 14 июня отмечать Всемирный день донора. Еще дата эта привязана к тому, что ученый, иммунолог австрийский Карл открыл группы крови Ландштайнер. Угу. Вот. Он Нобелевский лауреат, и открыл он группы крови, поэтому к этой дате именно он 14 июня он родился, и к этой дате тоже приурочена эта дата. На Николаевской станции, на нашей, мы отмечаем вот ежегодно этот День донора. Уже традицией. Да, это да, традицией стало. Традицией стало то, что мы в этот день приглашаем наших почетных доноров, которые получили статус почетного донора и удостоверение. Вот, я в дальнейшем потом расскажу их небольшие льготы. Вот. И мы чествуем, и сейчас, вот, в настоящее время, в данный момент, в библиотеке имени Лягина, там проводится концерт, дальше, видимо, будет сладкий стол, как обычно, вручение продуктовых наборов. Не знаю, состав в этом году может быть и не такой, потому что все-таки все силы брошены на сложные времена, волонтерские эти. Николай Львович, как вы считаете, что же все-таки сегодня движет людьми, которые сдают кровь? Я пока тему «а то я не беру», а в принципе, вот, потому что тема сдачи крови и вот добровольного вот такого пожертвования, это издавна было. Да. И в Советском Союзе вот эти почестные, почетные доноры были. У меня знакомые, которые более 50 лет сдают кровь, и это уже у нее просто как элемент жизни обязательный. Как вы считаете, это физиологическая какая-то особенность этого человека, что он сегодня реально понимает, что вот он уже готов, так сказать, отдать какую-то часть крови, или это психологически все-таки готовность? Значит, ну, многие моменты здесь и психологические, вот, и в советское время была оплата донором, велась. Угу. И поэтому многие люди приходили на станцию сдавать за деньги. С принятием закона о донорстве в Украине это как-то положение, оно не прижилось у нас, потому что финансирование не очень особое. Вот.
И сейчас, чтобы стать донором почетным, вернее, донором. В принципе, да. В Украине лица, достигшие 18 лет, могут стать донором. То есть, имея удостоверяющий документ. Так. С этим документом он приходит на станцию, вот, ему мы заполняем карточку, вот, да и он заполняет анкету добровольно. А что же в этой анкете? Какие отвечает моменты? Отвечает на вопросы. Главное. Это такие, какое состояние у него здоровья вот в данный момент, болел ли, какими, переливались какие-нибудь препараты ему, или принимает он препараты, были ли, был у него прививки, дальше, какими болезнями перенес он, так, какие операции были у него. Это все относится, употреблял он пищу вот, в настоящее время перед сдачей и так далее. В общем, это перечень согласно 385 приказу о карантинизации крови и ее компонентов, вот, вернее, это о качестве. Вот в этом приказе как раз указаны весь перечень вопросов, вот, противопоказания есть в этом приказе к донорству. Какие же это противопоказания? Противопоказания – это в основном заболевания печени, сердечно-сосудистой, заболевания легких. Вот. Далее, если человек находился в контакте с инфекционным больным, тоже это противопоказание. Дело в том, что их очень много. Собственно, каждое заболевание в остром периоде, оно является противопоказанием к донорству. Но есть постоянные, есть временные. Временно, например, это пирсинг, вот, прокалывание ушей. Дальше временно это отстранение от донорства, если человек употреблял алкоголь. 72 часа до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь. Понятно. Николай Львович, вот вы говорите, что существует определенное тестирование. А как-то лабораторным методом вы проверяете предварительно кровь? Значит, заполнил он анкету, и регистратор в базе данных, у нас есть база данных, она очень давно уже ведется, значит, каждого регистрирует донора. И при обнаружении у данного донора каких-то отклонений, он в карточке ведется пометка. Значит, посмотрев регистратор фамилию, ищет в базе данных, находит эту фамилию. Если он нормальный, значит, мы его допускаем к сдаче. Если нет, то говорим, что вы не имеете права, не можете Понятно. Быть донором. А если впервые, например, человек проходит? Впервые, значит, в лаборатории мы... После заполнения анкеты он идет в лабораторию, определяет группу крови, резус. После идет, ему измеряют давление, пульс и температуру. И после уже этого он получает разрешение, то есть доктор в донорском отделе еще раз его опрашивает, что он кушал. И общие такие наводящие вопросы, которые необходимы для допуска к донорству. И потом допускает к сдаче крови. Можно либо кровь сдавать у нас, а либо компонент крови, это плазма. Тоже можно, да? Потому что разница в этом большая. В том, что кровь или эритромассу, эритроциты человека хранятся 21 день. Это в зависимости от консерванта, который используется для консервирования крови. А плазму мы храним 2 года. Поэтому и сделан приказ 385 о том, что мы выдерживаем срок. Значит, для того, чтобы сдать кровь, мы провели ему обследование. После этого взяли у него кровь, разделили на компоненты и ждем. Ждем ответа в анализе. Какие это компоненты? Это эритроциты и плазма. Так. Они в этот день никуда не выдаются и вообще находятся в отдельном холодильнике. Дело на хранении. После получения ответа, это где-то в 17 часов вечера,
вот, лаборатории, как клиническая, так и лаборатория инфекций, нам выдает результаты. Этот донор, если отрицательные все, значит, эритроциты мы передаем в экспедицию, которая работает у нас круглосуточно, по выдаче препаратов крови. Это напрямую уже с больницами, да? Да, это уже напрямую с больницами она работает. И плазму ложим в низкотемпературный холодильник. Банк у вас, наверное, это да? Это банк. Банк крови, да? Да. Но эту плазму от этого донора мы завтра или послезавтра не можем выдать. В каком? Почему? Почему? Потому что есть инфекции, которые находятся в сероположительном окне. То есть у человека не проявляется никаким образом заболевание. А только можно выявить начальные признаки вот, по выработке антител. Значит, бывают такие окно до 3 месяцев. Представляете, сколько сегодня важной информации для нас говорите? На поэтому человек уже больной, сдал кровь. Мы другому реципиенту перелили ее, а он в это время больной. Вот почему 180 дней мы не имеем права выдать. Это очень хорошо, и в принципе каждый человек может быть спокоен, что да, если станция переливания крови дает возможность пользоваться кровью, то да, она безопасна. Это в первую очередь безопасно. И я другое скажу, что последнее развитие вот служба крови, она большими темпами начала развиваться с 2004 года, с 2000 года, в принципе. Почему? Потому что ушли в небытие уже флаконы, вот эти стеклянные тары, появилась пластикатная. Кстати, более удобно, практично, да? Да. Кстати, она была еще изобретена в 64 году, а мы начали использовать только вот сейчас ее, в принципе. Так. Дальше. Это все позволило индивидуально каждому донору сделать все необходимые атрибуты для взятия крови. Это одноразовые иглы, это одноразовая система, это одноразовые мешки. То есть стерильность прослеживается на каждом этапе? Стерильность, да. Угу. И когда-то было на станции переливания, мы делали консервирующие растворы сам. И эти консервирующие растворы разливали во флаконы, и нам приходилось это все дозировать и так далее. Сейчас этого нету. Это завод, заводские условия, стерильность и так далее. Все. Поэтому безопасности минимальный риск заражения. Ну, многие доноры или люди говорят, да, вот пойдешь, заразят да, чем-то. Особенно переживают за детей, за маленьких, за инвалидов, это понятно. Это одноразовое все. И сейчас очень ушло в небытие монтировка систем и так далее. Так. Это Николай Львович, если, например, уже взята кровь, и там обнаружен какой-то вирус, инфекция, сколько стадий очистки проходит кровь дальше, для того, чтобы перестраховать, собственно говоря? Значит, когда мы разделили, разделение идет в течение 4 часов после взятия крови вот, на компоненты. Компоненты, я уже сказал, выжидают свою очередь. Вот, после получения отрицательных ответов один компонент в одну, в экспедицию отправляется, и эритроциты хранятся 21 день. Больше они не могут храниться, а плазма 2 года. После этого, значит, донора мы, он в анкете отмечает, что он будет вызван повторно на обследование через 180 дней. То есть не допускается даже эта кровь в следующую какую-то обработку? Да, никому, она вообще не никому. Это эритроциты могут выдать, мы можем. Это если человек нуждается, идет потеря крови. И выбор между жизнью и смертью. Понятно. Опять же, экстренные какие-то случаи. Да, экстренные случаи. И опять же, заседает комиссия в лечебном учреждении, не менее 3 человек, и решает, принимает решение для того, переливать
или не переливать? В общем, все сложно. И, во-первых, и все очень ответственно. На каждом этапе ведется контроль, и, в принципе, человек может быть спокоен за судьбу или свое, да, за свое здоровье, или за здоровье своих близких. Вот я еще хочу отметить, вот в этом плане у нас первый раз в клинике определяют группу крови, потом при сдаче, перед сдачей мы набираем опять в пробирке. Контролер определяет опять группу крови в это же донора. И после этого клиническая лаборатория еще третий раз определяет опять в этого донора. Почему? Потому что могут быть ошибки. Понятно. Николай Львович, какие группы крови совместимы? Вот, например, какая группа крови? Значит, я скажу так, что в старые времена было такое понятие о том, что универсальный донор, оно и сейчас осталось, это первая группа резус-отрицательный донор. Он считается как бы условно универсальным донором. Но существует приказ Министерства здравоохранения о том, что переливать компоненты крови только одногруппные. То есть первой группы – первой, второй – второй. Это в редких случаях, если нет выхода, вот тогда могут. И опять же, это коллегия должна. Просто так ничего. Мы иногда приезжаем, бывают случаи, когда переливают кровь, и бывает реакция. Отторжение, да, организм не воспринимает? Это, да. И реакция от того, что не от того, что не перелили не ту группу, а бывает антитела у человека. Есть Д, С и так Е, их много. Вот. И накопление этих антител и влитие других, вот, происходит реакция. Это не говорит о том, что это не та группа. Нужен индивидуальный подбор тогда. Подбор. Вы знаете, я вот в связи с этим хочу, может быть, поговорить с вами о философских категориях, но тем не менее, кров людська не водиться, українське прислів'я нам говорить про це. Между тем, я знаю вот из частных таких вот случаев, когда человеку переливали кровь вследствие там какой-то серьезной болезни, и он менялся не только физически, а он менялся и внутренне, психологически, характер менялся. Отслеживаете ли вы влияние, например, вот таких вот процессов на, в конкретном случае? Потому что вот вы говорите, что все индивидуально, да? Это значит, что кровь несет определенный свой код? Свою информацию несет. Возможно, вы и правы. Вот дело не в этом. Дело в том, что польза донорства, она была вот замечена у доноров, которые постоянно сдают кровь, у них свертываемость крови увеличена. Дальше выработка элементов клеток крови больше, то есть результаты больше по лабораторным тестам. Дальше у них работает лучше иммунная система. То есть это кровь активнее, да? Активнее. Здорового человека, да, вот. Перебивается как бы идет стимуляция кроветворения и всех органов, которые участвуют в кроветворении. Ну, допустим, в селезенке идет распад эритроцитов, лейкоцитов. Ну вот вы говорите нам именно по физиологии, а по психологии, возможно, по психологии, таких результатов особо не отмечается. Я, например, не встречал. Ведь это же все-таки генетические какие-то моменты. Видимо, генетические, потому что стволовые клетки, они несут информацию какую-то. Поэтому здесь, видимо, есть определенное изменение характера человека, может быть. Или самовнушение, может быть, еще. Еще такой момент. Потому да? что, вот влили мне чужую кровь, значит, что-то у меня не то. Ну, а если сердце пересаживают или почку пересаживают, человек тоже... Просто кровь наполняет полностью человека, да, понимаете? Она питает все органы, все вот. Системы.
Конечно, видимо, если вода несет информацию, то кровь тем более будет нести. Вы знаете, я хочу сделать большой акцент в нашем разговоре о актуальности сегодняшнего дня. Мы начали с этого, и сейчас я хочу просто остановиться на том, что неоднократно в течение 2015 года и 2014 года проводились акции по забору крови в помощь воинам АТО. И в Николаеве проводилось это неоднократно, и акции были такими мощными, в котором задействованы практически все были николаевцы. Про одну из таких акций я предлагаю сейчас посмотреть следующий сюжет. Давайте. Аби таким чином допомогти Збройним силам України, миколаївські активісти об'єдналися у соцмережах та невеликими групами приходять на обласну станцію переливання крові. Своїм прикладом волонтери у такий спосіб закликають зробити добру справу. 4 місяці назад два бійця привезли, вони були в комі. Они находились в реанимации, и мы сами между собой, волонтеры, патриоты, собрались и пришли сюда сдать кровь. Позже это переродилось в определенную желание все это систематизировать. Перед тим, як здати кров, потенційні донори проходять відповідні процедури. Тому медики радять напередодні не зловживати жирною їжею та алкоголем. Для этого они проходят тестирование, определяется группа крови, резус-фактор, проходит освидетельствование врача-терапевта и допускается донорство крови. Доза установленная, значит, 450 мл крови и 20 мл на анализы. Від ранку біля реєстратури вишукалася велика черга бажаючих здати кров для військового госпіталю. Микола Потапенко про цю акцію дізнався із соціальних мереж. У меня никого там нет, родственников, друзей, просто, ну, если не мы, то кто? Пані Наталя здає кров вже втретє. Процедура тендітну дівчину не лякає, тим більше принесе користь. Ребята делают столько много для нас, а это самое малое, что мы, граждане, можем сделать для них. Тем более, если они оказываются такими беспомощными, и им нужна действительно, ну, и кровь, и все там, наша помощь, поддержка хотя бы просто моральная. Вся заготовлена кров розподіляється за компонентами та зберігається у спеціальних резервуарах щонайменше 180 днів. Ми определяємо у нього всі аналізи. Якщо вони будуть по тестам отрицательні, значить тоді лічебне учреждення може отримати цю плазму, яку здав донор 180 днів назад. Після ретельної перевірки всі компоненти крові надходять до лікувальних закладів області. Бачите, шановні друзі, наскільки активно, по-перше, все відбувається, наскільки ретельно відстежується кожний крок процесу забору крові, далі її переробки. І, в принципі, гуманна акція, тому що сьогодні дійсно наші хлопці гинуть на сході і повертаються пораненими або у тяжкому стані, і саме кров донорів рятує життя. Я, знаєте, хочу зупинитися на тому, що сьогодні акції – це добре, але у рядовому плані, в будні дні можна зайти до вас, наприклад, на станцію завітати і за власним бажанням здати кров, не лише завдяки цим акціям? Да, кожен день з 8 утра до 12 у нас реєструються донори. Ежедневно я сказати должен, що до 40 чоловік приходять без акций. Вот сегодня было 70. Значит, на прошлой неделе было человек 50-60, ежедневно почти. Значит, и в этом году более-менее, я скажу, за месяц 1100 проходит доноров по станции. Вот. Я должен сказать, что такую же роль, как мы, выполняют и наши 19 районов, которых имеется в каждой местная больнице. Местная станция, да? Это отделение переливания крови. Там тоже идет заготовка. И тоже чествование доноров почетных и так далее. Как? Я скажу, что почетные доноры, получая звание почетного донора и удостоверение, они же пользуются определенными льготами. Так, вот я хотела спросить, как же государство наше влияет на процесс? Наше государство, значит, по льготам 10% от прожиточного минимума каждый донор получает ежемесячно прибавку к пенсии.
это 10% от прожиточной, ну, на настоящее время где-то 95-96 гривен. Это не такая уже большая, но в сельской местности, я думаю, что это какая-то Николай помощь Львович, есть. Далее, как? Да, это и протезирование бесплатное. Это если человек работает, донор, сдающий кровь, вот, и он имеет почетного донора удостоверение, значит, он имеет право воспользоваться в любое время удобное отпуском, приобрести санаторно-курортную путевку в первую очередь. Вот. Решается вопрос о том, сейчас есть проект о том, чтобы оплачивать коммунальные услуги, 50% скидка была. Это тоже какая-то будет польза. Поэтому я считаю, что... Донором быть почетно. Донором почетно. Ну, в какой-то степени. Вот. Но не та еще у нас гуманность у людей, чтобы прийти просто так и сдать. Да, нужно отметить, что ну, человек 10-15 в год просто так приходит и сдает. Чаще всего это адресная чаще помощь. Это родственники. Родственники, доноры, адрес. Вот, которые люди, родные, которых попали или в аварию, или в беду, лечебное да? учреждение. Ну, было бы какое-то изменение со стороны государства, то можно было бы изменить это все. Общая я помню, вспоминаю те годы, которые, когда я учился в институте, мы группой приходили и сдавали кровь. Нам говорили на факультете, сегодня такая-то группа идет сдавать кровь. Николай Львович, я думаю, что сегодня в такие сложные времена для Украины, тем не менее, вот эта, знаете, ответственность за судьбу ближнего, все-таки она проявляется, как бы там ни было. Очень. Это более массово, чем, например, там лет 10 назад. Мы, журналисты, это отслеживаем, и это на самом деле радует, что хотя бы таким образом мы объединяемся, и мы делаем добрые дела. В единое целое. Вы и мы, конечно. Государство в целом. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашей встречи подходит к завершению. Мы с удовольствием пообщаемся с вами еще и проследим как бы в динамике, как действительно наши сограждане пользуются такими возможностями для того, чтобы подарить какой-то момент жизни, утверждающий момент ближнему. Конечно, это спасение. Безусловно. Не только больных, но и обычного человека. Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і бувайте здоровими.